Всем привет! Наконец-то у нас пришла новинка с ТВС и управлением спереди. Эта модель называется Eltronic EL1015. Давайте посмотрим, какая у нее красивая упаковка на русском языке. Вот так выглядит упаковка. Сбоку перечислены функции на русском языке и характеристики. Вот так круто она выглядит. У нее все управление спереди есть. Пятиполосный эквалайзер, выход под AUX, выход под два микрофона, выход под гитару, управление громкостью колонки, управление микрофонами и также переключение. Главное, есть функция ТВС. Все колонки, у которых есть эта функция, можно с собой связать по беспроводной связи в пару. В комплекте у этой модели входит вот такой радиомикрофон частотой 261,8 МГц. Пульт дистанционного управления. AUX-кабель тюльпана, сетевое зарядное устройство, обычная восьмерка, крокодильчики на зарядку от 12 вольт. И вот такая инструкция. Она на русском языке с иллюстрациями. Все понятно здесь. Включим, послушаем. Вот такой у нее сочный и хороший насыщенный бас. Желательно, чтобы вы послушали, ну, посмотрели видео в наушниках, потому что вот весь бас, он не передается через динамик телефона. Мы уже проверяли, многие писали, потом проверяли в наушниках, действительно это так. Вот так выглядит панель. Кнопка мод переключения между функциями. AUX. Bluetooth. FM радио. И обратно на USB флешку. Также можно поставить SD, microSD. Кнопка записи, вы можете исполнять какую-то песню и записать. Кнопки переключения треков. Также долгим нажатием перемотки. Кнопка play, pause, сканирование радиостанции. И она же ТВС. При удержании этой кнопки и на другой колонке с такой же функцией можно их соединить в пару. Тем, у кого были вот Mirinda 12-12, Mirinda 10-10, эта колонка очень понравится, особенно если хотелось, чтобы было управление спереди, так как это обычно удобнее. Также тут есть телескопическая ручка и колесики для транспортировки. Еще сзади расположена FM-антенна телескопическая, AUX-выход, выход по 12 вольт и обычная зарядка на 220 вольт. И эту колонку можно поставить на штатив. В общем, тут максимум функций за минимальное вложение. Ссылка на колонку появится здесь под видео в описании на все колонки. Там же будет перечисление здесь. Она модель у нее 10-15 и есть похожие 10-20 модели. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал. Ждите следующих обзоров.